истории современности изобразительного искусства Карачаево-Черкесии. В Северокавказской государственной академии открылась всероссийская выставка творческих работ, посвященная столетию республики. Мастерство художников оценил и Карча Биджеев. Пожалуй, нет человека, который был бы равнодушен к искусству, ведь искусство неисчерпаемо, как жизнь. Главным средством выразительности в живописи является цвет. Яркие образы дарят палитру эмоций рядовым ценителям творчества, которые, созерцая картину, могут не только получать эти эмоции, но и видеть внутренний мир самого художника, создавшего и передавшего его на холст с помощью кисти и красок. Выставка истории и современность изобразительного искусства Карачаево-Черкесии открылась в стенах Северо-Кавказской академии при участии факультета дизайна и искусств. Приурочена она к столетию республики, но и имеет международный акцент. На экспозиции представлено творчество мастеров живописи. Представленные работы художников из Карачаево-Черкесии были достоинством оценены в Мексике и Греции. Почетный сотрудник Российской академии художеств, а также ЮНЕСКО Греции Ирина Бондарь передала дипломы всем тем, кто участвовал в выставке за рубежом. Правильно говорят, искусство – это философия жизни, это философия каждого человека, его видение. И как хорошо, что у нас есть возможность именно показать внутренний мир, внутреннее содержание человека глубоко и дает возможность самому человеку, который видит эти работы, задуматься. Это и эстетическое восприятие, это эмоции невероятные, это сила, мощь. Ни одна картина не оставляет равнодушной. Искусство живописи дарит не только эстетическое удовольствие, но и эмоции радости, печали, ощущения любви и ненависти. Существует огромное разнообразие стилей и направлений в изобразительном искусстве, такие как академизм, авангардизм, анималистика, аппликация, лучизм, минимализм, натюрморт и многое другое. Конечно же, все это влияет на аспекты существования жизни человека. Кстати, на выставке представлены и работы нашего коллеги, художника-телеоператора Алия Бастанова. Они будто наполнены энергией, которая не позволяет увести свой взор. Международная ассоциация, не знаю, Союза художников, Творческого союза – это маститые художники. А наши студенты сегодня, видя их работы, есть на что равняться. И в будущее вот они смотрят и представляют, к чему они должны стремиться. Это, конечно, большое, я скажу так, учебного процесса работа идет. Первые оценили выставку студенты факультета дизайна и искусств Академии. Понравилась сегодняшняя наша выставка, поскольку каждая работа несет в себе свой смысл. И по этим работам, если всматриваться в каждую, можно определить, понять, что испытывает художник в период, когда пишет эти свои работы. И если их сравнивать, абсолютно разные эмоции. Где-то радость, где-то грусть, где-то счастье. И очень много их, этих эмоций. Поэтому, мне кажется, за 5 минут просмотреть выставку просто невозможно. Все картины очень прекрасны. И когда ты смотришь на хотя бы на вот одну из картин, ты можешь прочувствовать, какие эмоции были у художника, когда он писал эти картины. Ну, мне нравится то, что сколько человек на это потратил времени, сколько у него усидчивости, терпения. У меня столько нету, я хочу этому научиться. У меня есть идеи, но я не умею их воплощать, этому здесь и учат. Выставка будет работать до 31 декабря. Вход свободный. Любой ценитель живописи может порадовать себя и посетить ее с 9 утра до 5 вечера. Харча Биджиев, Али Бастанов. Вести Карачаево-Черкесия.